Я приветствую всех и каждого, с вами Бади. Мы продолжаем проходить за Evil Within. Как вы помните, мы остановились в том, что проходили по этим душным коридорам. Дядька в капюшоне нам пытался помешать. Нам удачно совпали, так сказать, события, и мы прошли сюда. Но впереди квадратные головы, и это, если честно, сильно раздражает. Потому что я не люблю ходить на те локации, где я уже был. Я не люблю сразу с теми же боссами, с которых я уже победил. И это, если честно, весьма портит впечатление от игры. Так, он где-то здесь, да? Так, тут ловушка. Тут ловушка. Давайте ее разрядим. Где-то совсем рядом, да? Вот, вот он. Так. Так, тихо, тихо, тихо. Какой же ты подлодушный, а? Так, он взял за собой трупака. Мне пригодятся его ловушки для того, чтобы создавать разного рода стрелы, которые против него же потом и применять буду я. Так, что я уже могу создать? Давайте однозначно сделаем... А, не могу, да? Тогда взрывающийся сделаем. Я бы хотел еще замораживающий сделать, но... Что-то нет такой возможности. Еще бы я хотел подлечиться, честно говоря. Очень сильно я бы хотел подлечиться. Так, ну чё, я его преследую, или он меня? Чё за фигня-то? Так, ловушки давайте разряжать, потому что они могут нас спалить. Да и жизнь тупо отнимают. Ещё эти кислотные ловушки, блин, они время так много занимают. Не хочу с ним драться больше, ну чё за блях от сандаликов? Честно. Так. Криво не могу создать. Давайте тогда взрывающийся создадим еще один. Пускай будет большой запас, они все-таки эффективные более-менее. Ладно. Ой, крысы, ёшкины матрёшки меня напугали. Бегут тут. Стадо целое. Так, здесь спуск, что там? Там дым? Да, понял. Сюда дорога мне закрыта. Итак, здоровье как... Тифозника туберкулезного, еще и дым. Сейчас по-любому где-то будет арена с ним связанная. Пока мы просто идем в его лапы. Пока мы просто идем в его лапы. Много жидкости, кстати, можно будет при возвращении в нашу лечебницу немножко подкачаться. Надо подкачаться, надо подкачаться. Так, улица. Kidman, are you in there? Так, Кидман на детской площадке, что, решила на качельках покататься? Ворон, улетай сюда. Ненадежная конструкция. Весьма ненадежная. Так, а мне куда вниз? Судя по всему. Так, чувачок попал в засаду. Я рад, что это не я. Так, это для Магнума, да? Так, а Магнум у нас где? Магнум у нас вот. Взять его в горячий слот вместо снайперки. По той причине, что снайперки-то у меня патронов-то и нету. Давайте так и сделаем. Так, кому не нравится, что я все время в присед... Поиграйте сами. Посмотрим, как вы не будете приседать. Это еще что за мазафака? А, это наш друг. Из психушки. He's out the bait, gets his victim all worked up. His unholy traps. When it was happening to me, I could see what was going on. I could see it, but I couldn't turn back. I had to know. I had to know the truth, and he knew it. Detective Castellanos. Lady, level with me.
Am I going crazy? If one wishes to survive, one would do well to consider who they trust. Так, ну наше место, наше убежище совсем уже превратилось в адовую жопу. И игра зависла. Значит, предыдущая часть будет без... Так, ну что ж, начинаем с этого же места. Закрашивалась игра, соответственно, закрашивалась веб-камера на предыдущей части записи. Соответственно, я уже не помню, что тут было, но мы появились в убежище, это хорошо. Давайте почитаем газетенки, если они есть. Вероятно, это был поджог. Особняк семьи Викториана сгорел дотла. Полагаю, что это был поджог. Местохождение владельца затворника неизвестно. Кто ж пропал у нас тут? Наш детектив, да, исчез по пути домой. Несколько свидетелей утверждают, что видели его в Кримсон Сити, когда его кто-то разыскивал. Это наш напарник, имел в виду. Так, я неплохо собирал там различного рода сопли. Поэтому, пожалуй, давайте посмотрим, что я могу прокачать. Да, 8000, не такая уж маленькая цифра. Не такая уж маленькая цифра. Интересно, если я прокачал бы максимально здоровье, мне бы его прибавили до максимума? Я сомневаюсь. Скорострельность это я даже не смотрю. Емкость магазина. Вот это возьмем. Точность у меня по максимуму. Запас чего я могу прокачать? Запас патронов для магнума. Не так много их дают-то. Гранаты не так много у меня их дают. Шприцы. Шприцов, в принципе, хватает. Хер его знает, чего он болтает. Давайте вот так. Бессмысленная прокачка, но все. Бессмысленная и беспощадная. Проходим дальше. Так, ну давайте сохранимся, чтобы мне уже не автосохранение запускать, а обычное было удобнее. Что делать это приходится часто. Ну, выходим обратно, пожалуй, что. Возвращаемся, так сказать, в мир иной. Возвращаемся назад в будущее. Назад в сюрреализм. Назад к квадратноголовому, сейфоголовому херу. Так, засек ли я время? Засек. Так, и двери для меня открылись, да? Услужливо. А здесь у нас тупичок. Мне показалось, он дышит. Я испугался. Блин, эти фотки дебильные, вообще ужас, напрягают. Да и музыка напрягает. Да здесь все напрягает. Я так хочу пройти эту игру до конца уже. Вы не представляете, как. Просто ужас. Так, что у меня по болтам-то там? Все, ничего у меня там по болтам нету. Далее он перезарядился в поле. О, аптечка. Это вещь полезная, это вещь хорошая. Только подумал, что значит мысль материализуется, только подумал про аптечку. Сказал слух и сразу получил то, что хотел. Но, с другой стороны, надо думать о том, что раз тебе дают то, что ты хочешь, значит, тебя скоро будут иметь. Знаете, как бойтесь донайцев, дары приносящих. Так, там впереди что-то ужасно страшное. Какие-то красные глаза. Разбираем ловушки, потому что они пригодятся там для крафта. По той причине, что против этого крупноголового хрена только и стрелы это в принципе и эффективно, особенно замораживающая и как ее там разрывательная. Сейчас напряжение внутри адовое просто. Я жду, что появится сейчас сейфоголовый, и мне придется с ним разбираться. Могу ли я убить его медленно, как вы думаете? Ну, имеется в виду быстро. А он с ловушками. Парни, он с ловушками. Могу я с него взять? Блять. Какого хрена я вообще? Какого хрена? Какого хрена? Вот еще же знал, что нехер туда вообще идти. Стрельни по нему и все. Вот же дурака кусок. Только взял аптечку, труп так и распорядиться пошлю почему.
Так, кстати, я прочитал подсказку, что чтобы здоровье становилось быстрее, надо нажимать пробел. Я не понял, для чего это. Или здоровье, или стамина, но суть в том, что в определенный момент надо нажимать пробелы. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж мне так сегодня с ловушками-то не везет? Что-то пусто тут у вас. Так, я так понимаю, мне туда, поэтому давайте сначала сюда сбегаем. До конца. Хотя не факт, что мне туда. Но, скорее всего, сюда. Бляха, какие дебильные коридоры. Вот знал же, что надо было стрелять по нему. Почему я к нему решил подойти и взять эти гранаты? Почему я такой упырь? Кто мне скажет, кто подскажет, как мне дальше жить? Так, тут темно. Тут темно и страшно. Есть патроны, это хорошо. Лучше бы аптечку взяли. Ну, хотя мне дали уже аптечку, я и распорядился как козел. Просто. Так, круговая машина, да? Ладно, пошли. Значит, судьба у меня такая, с маленькой долей процентной жизни жить. И тужить. И квадратноголового убивать. Что-то мне здесь вообще не нравится, парни. Вот бывает, что стрёмно, но бывает прям, что вообще стрёмно. Так, я набираю много инструментов, мне как бы намекают. Сёма, крафти стрелы. Не выкаблучивайся. Давай. Блин, ну вот этим... Вот эту хочу. Вот эту хочу. Ладно, ждем тогда. Ждем тогда еще одну деталь, и закрафтим тогда стану новую фигнюшечку. Нет, я не это хотел! Сволочи, я не ту кнопку нажал. Соплей, что так много дают? Что такие добрые-то сегодня? Блять! Мне показалось, тут сейчас выбежит. Все, короче, уже меня сделали уже просто невротика. В хорошем смысле этого слова. Так, вот здесь можно взять, да? Можно было бы, если туда что-то положили. Джозеф? Кто палит там? Кухня. Ну, дайте сохраняночку какую-нибудь, а? Хотя, если я умру, по крайней мере, я не потеряю столько жизни, как я потерял на этих дебилах. Мне нафиг супли не нужны, дайте лечилку. Или аптечку большую, тогда вообще был бы смак. Это был бы смак. Так, мне не нравится здесь атмосферка. Попахивает здесь дерьмишком. Джозеф, иди сюда мне, помоги, дебил ублюдочный. Хо-хо-хо-хо, ему не повезло. Джозеф, ты попал. Я тоже, походу. Блядские сандалики. Чё за херня? Так, собирай быстрее. Чё это значит? Что вот это вот значит вообще такое? Болты. Дали электрический болт, значит, он для чего-то нужен. Опа, это что за херь? Это что за херь, блин? Блять, это что за херь? Чё, мать вашу, за хири такие зеленые? Ай, блядь!
Все, мне капец. Мне капец. Ай, блядь! Ай, блядь! Что это такое вообще за... Так, я понял. Может быть, по ним шоковую херню стрелять, чтобы они станились, и я их убивал. Как один из вариантов. Быстрее, 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 пожалуйста, там одна херня осталась, зеленая только. Будет очень обидно. Блять. Да где ты нахер отсюда? Все, сидим, сидим, сидим. Все спокойно. Так, мне в какую сторону-то? Здоровье, повышайся, повышайся. Да, давай комнату, честно говоря. Так, здоровье, давай, повышайся, я пока проверю, что у меня тут по патронам. Так, на всякий случай беру вот эту, потому что, мне кажется, скоро может появиться наш друг. Здесь темно. Ладно, сохранялки-то не было после этой комнаты, лучше обидно. То есть, если я умру в ближайшее время, мне придется опять это проходить. Это напрягает. О, 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 вот это хорошо. Вот это спасибо. Вот за это вообще благодарность. Спасибки, спасибки, чмоки всем, кто в этом чате. Так, ладно, там у него какие-то большие железные двери, за ними вполне возможно может быть он. Поэтому возьмем на всякий случай вот эту гадость. Попахивает им, если честно, прям смердит. Красавец Джозеф, сам свалил, а меня оставил. Он такой, ну ладно, я тебя убью. You again? Так, быстрее. Ну быстрее! Так, не вовремя. Не вовремя, блядь. Двери открылись, нет? Блять, 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 что происходит? Дверь открутись, пожалуйста. Блять, да это капец же. Капец же, блять. Ну как я должен от него уходить-то?
Да блять, еще эта херня. Да, блядь, зеленая херня, уйди нахер. Ну! О-о-о-о! Валим, я даже ничего подбирать там не буду. Хотя там было много патронов. Это обидно. Он бы снова остановился. Я бы огреб. Надеюсь, это еще уже все с ним или еще не все. Что так темно? Fuck. Фонарь включи. Я думаю, что-то зависло опять. Так, Джозеф пришел сюда, да? Блин, там много патронов было. Я прям видел их. Старался на них не отвлекаться. Давайте проверим, что у нас. По крайней мере, жизни хоть более-менее нормально. Магнум, если это магнум, надо было на него использовать, что я тупанул. Так, давайте попробуем посмотреть, я там пособирал же что-то. Ладно, пока ничего не будем создавать. Пока ничего не будем создавать. Хоть бы сохранял, куда ли, тварь? Была сохранялка, не сохранял. Еще не обратил внимания. По идее, должно было быть. Так, вот она сохранялочка, отлично. Так что ты сильно уверенно как-то побежал. Так, окошко можно посмотреть. Там эти зомбаки. Даже не хочу смотреть, пойду просто. А то опять или зависнет, или еще что-нибудь. Но мне это сейчас нахер не надо. Еще спичек. Нахер мне столько спичек, блин. Дайте мне патронов. Хотя что я жалуюсь, патронов у меня достаточно. Что-то я совсем обнаглел. Мне по какую сторону идти-то? По вот эту. Напряжение диска дикое уже под конец. Хотя, наверное, еще не конец нифига. Но здесь, в принципе, все время, каждую серию напряжение чувствуется. Я ни разу не подкошу, чтобы я прогуливался, знаете, так с легкой улыбкой на лице. А, она Лесли нашла. Такой уголок счастья в этом безумном мире. Leslie can go home. Can take the train all the way home. No, Leslie. Not today. You'll protect me? Yes. That's my job. Good, good, good. When I get home, they'll be surprised. Патовая ситуация. You don't understand. You don't know what he'll become. I do. I've seen it. You don't understand what Ruvik is after. So tell me, what is he after? He's after Leslie. What, he needs to finish his science project? Don't patronize me. I have orders. I can't let him have this boy. Leslie is the only one he can...
Че, опять под землю куда-то, что ли? Хорошо. Прошли 13 эпизод, игру сохраняем. И начинаем следующий. Что-то короткие какие-то эпизоды пошли. Видимо, реально конец приближается уже. The finish is nearby. If you understand me. Yes, of course I do. Скрытые мотивы. Кстати, мы уже приближаемся к метро, а через метро мы пройдем к психушке, соответственно, мы уже близко. Joseph, you've gotta be alive. Так, тут опять ядовый кобздец по всем фронтам. Давайте побегаем, посмотрим, что я могу упустить. Если бы сразу пошел отсюда. В принципе, ничего бы я не упустил. Ну что, ребят, в метро, что у нас обычно, темно, страшно. Метро 2033. Ну пошли, что могу сказать. Выбора-то особого у меня нету. На зеленую ветку мы пойдем сейчас, да? На зеленую ветку. Тут по-любому будет страшно. Тут по-любому будет стрёмно. Тут по-любому будет... Ну, отчасти, наверное, интересно. Так, что у нас по патронам? Пойдет. Можно работать. Только зачем мне столько дробовиков даете патронов? Ты что, кто-то будет большой и страшный? Такое ощущение, что да. О, кто туда запал, что ли? Блядь! Да чтоб тебе, блядь, не успел забежать в дырку. Что за пада с своими ловушками дебильными? Надо было сюда просто бежать, что-то тупанул. Дико тупанул. Что здесь можно было подобрать? О, птичка. Птичку я возьму. Птичку я сейчас возьму. Она, во-первых, сейчас восполнит наше здоровье. Это хорошо. Так, еще гранатка тоже пригодится. Хорошее такое уютное помещение, мне понравилось. Так, давайте сразу используем аптечку. Потому что не в моих, так сказать, интересах держать ее до последнего. Сейчас, пока он немножко отойдет от этой, так сказать, операции пластической. Давай, давай, не так уж тебе тяжело было. Как похмелье всего лишь. Конечно, по-любому побольше, чем эта аптечка тебе токсинов заносит. Так, давайте посмотрим, что у нас по болтам. Вот, отлично. Разрывной болт создали. Значит, можешь продвигаться дальше. Еще и сохранялочка, вообще отлично. Вообще прекрасно. Прям все как по маслу идет. Но опять же, когда все идет по маслу, значит будут нас трахать без масла стопудово. Так. Тут что-то куча ловушек. Давайте-ка пойдем что-нибудь прокачаем. Тут уж пошла такая пьянка. Мой милый Себастьян, если ты получил это письмо, то бы случилось худшее. Это означает, что я подобралась слишком близко к разгадке. Это означает, что, возможно, мы больше никогда не увидимся. Извини, что не была с тобой откровенна, но я хотела тебя защитить. Либо от правды, либо от моего безумия. Здесь копии моих документов. Надеюсь, они никогда не попадут тебе в руки. Но если все-таки ты их получишь, тогда ты должен закончить то, что я начала. Пожалуйста, добейся правосудия ради Лили и ради меня. Пойдемте опять в убежище. Так, что-то ты меня сразу сюда перенесла. Что-то удобно, да? Прям куда хотел, туда и перенесли. Так, максимальный уровень здоровья. Оружие. Патроны для пистолета по максимуму. А, не хватает мне, да? Давайте для пестика тогда повысим.
Так, криво болт. Разрывной болт. Его урон повысим, так сказать, радиус урона. Так, что, я, наверное, вряд ли что-то смогу прокачать, да? На эти мелкие гроши. Да. Ключи, кстати, я тоже не находил. Пофигу мне на них, когда сзади какая-нибудь байда здоровая бегает. Так, новые газетки, новые объявления. Есть. Журналист-фрилансер не вернулся с расследования. Фотоаппарат и блокнот найдены в деревне Elk River. Полиция произвела арест, и местный центр социальной помощи сгорел дотла. Кто утверждает, что служил прикрытием для иностранной разведки? Ладно. Ну что ж, давайте сохранимся. Скрытые мотивы. Красивое название прям придумал. Давайте, наверное, что-то смотрю. По времени уже, наверное, можно заканчивать эту серию. Была она полна моей боли и страданий. Не с первого раза удалось мне некоторые места проходить. Ну, в чем-то виноват сам, в чем-то, так сказать, разработчики, которые, блин, заставляют страдать. С вами был Anybody Play. Увидимся, мне кажется, уже скоро. Ну, увидимся-то скоро, понятное дело. Но я имею в виду, что скоро уже конец. Конец, так сказать, The Evil Within. Я думаю, еще серии, ну, максимум 3-4. Ставлю 50 рублей. С вами был Anybody Play. Ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.